Спасти чью-то жизнь в экстренной ситуации случается нечасто, но только не для спасателей. На их счету множество всевозможных историй, и предугадать следующую просто невозможно. Бригада на выезде должна быть готова ко всему в любое время дня и ночи. Алло? Добрый день, ЕДС Одинцовский городской беспокоит. Помощь ваша нужна, у нас пожар на 8-м этаже, да, нужно на подстраховочку, бригаду туда обязательно. Вызов поступает бригаде во время обучающей лекции, которая проводится регулярно в свободное от выездов время. Спасатель в роли туши. Да, записываю. Хорошо. Мы выезжаем. Все, отложили учебу, поехали. Рядом с главным зданием Центра гражданской защиты новый гараж на 4 машины. Здесь же хранятся и костюмы спасателей. Медлить нельзя. На счету каждая минута. Машина укомплектована полностью. Необходимые для работы инструменты всегда с собой. На месте ДТП двери автомобиля могут быть заблокированы. Здесь спасатели действуют по обстоятельствам. Иногда достаточно стеклобоя. Если дверь заблокирована и ее не удается открыть, применяют гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы ее разжать. Этот же инструмент применяют и для перекусывания металлических изделий, в данном случае – стоек автомобиля. На месте ДТП или любого другого происшествия бригада спасателей оказывает первую медицинскую помощь пострадавшему до приезда медиков. Для этого в их машине всегда есть аптечка. Представим, что у нас человек упал с небольшой высоты, не может. Соответственно, один человек держит голову, фиксирует ее тем самым, чтобы не было каких-либо движений. Второй спасатель уже начинает движение непосредственно самого бригада. Правильная фиксация воротника не допускает смещения шейных позвонков при переломе, а транспортировка до кареты скорой помощи строго на щите. Недавно был у нас вот случай, когда скорая попросила нас приехать помочь им транспортировать с подозрением на травму позвоночника мужчины. Упал с 3-го этажа на 2-й этаж в частном доме. Вот. Тогда уже пришлось использовать жесткие носилки, щит, вот. И на нем спускали. В обязательном порядке спасатели заполняют карту пациента, где указывают все травмы, обнаруженные на месте происшествия, и передают пострадавшего медикам. Также спасателям приходится сталкиваться и с работами на высоте. Для этого у бригады всегда с собой альпинистское снаряжение. Сначала они надевают страхующую систему. Жумар предназначен для подъема по веревке. Он состоит из ручки и блока. Блок с зубчиками. Зубчики направленные так, чтобы при подъеме он фиксируется и вниз не дает нам опуститься. Вот отводим в сторону, веревку просовываем, зажимаем. Все, вот он вниз не дает нам. Он не едет вниз. Вверх он спокойно. Также можем висеть на нем. Для работы с альпинистским снаряжением необходимо надеть перчатки, чтобы не обжечь руки о веревку при быстром спуске. И, конечно, каску. Неотъемлемую часть при работе на высоте. Чтобы быть готовыми оказать необходимую помощь, прямо на рабочем месте в Центре гражданской защиты регулярно проводится отработка нормативов, практических навыков и теоретические занятия. Это часть, скажем так, ежедневного распорядка. Это в том числе туда входит и отработка нормативов, туда входят и теоретические занятия, то есть это план конспекта, изучение дополнительного материала. Туда же входит и отработка на практике, в том числе вязание узлов, работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, занятия по оказанию доврачебной помощи пострадавшим. Сегодня практическая лекция по оказанию первой медицинской помощи от врача-реаниматолога. В верхушке этого угла находится мечевидный отросток. Да? Где-то 2-3 сантиметра от мечевидного отростка, и вот здесь уже можно вот это вот место нашей ладони, которым мы будем выполнять основную компрессию. Вторая рука, она дополнительно оказывает усилие на руку.
Спасатели часто работают сообща с различными службами – медиками, пожарными, полицией и другими. А также участвуют в поисковых операциях самостоятельно или с отрядом «Лиза Алерт». С «Лиза Алерт» мы сотрудничаем всегда очень плотно, потому что эта служба, она очень мобильна, присутствует и вертолет, присутствует и другие средства. Соответственно, мы тоже входим в группу, в штаб по поиску потерявшихся людей. Алло, Валерий, меня зовут Алена, я командир спасательной группы. Вы в лесу, вам нужна помощь? Да, нужна помощь. Скажите, сколько у вас процентов зарядки на телефоне? Последняя парочка. Когда прилетит вертолет, нужно будет включить фонарик и посветить. Так, вот он. Вот, вижу. Вот он. Держи взглядом. Держу. Сейчас тоже вижу. Ставлю точку. Снижаемся, заходим на нее. Красную куртку отчетливо наблюдаю. Два человека. Идем, слышим вас. С нами произошло ЧП. Пошли в лес за грибами. Решили просто пройтись погулять. Грибники выполняли все советы спасателей, и их история закончилась благополучно. А в морозное время года перед сотрудниками Центра гражданской защиты стоит другая задача – спасение граждан, провалившихся под лед, и отработка соответствующих навыков. Максимально раздвинув руки и ноги, соблюдается пострадавший. Дальше подает пострадавшему подручное средство максимальной длины и пытается его вытянуть. Если же вы стали очевидцем подобного происшествия, для спасения можно использовать подручные средства, такие как длинная палка или шарф. Очевидцем происшествия, в принципе, может стать абсолютно любой и каждый человек. В любом случае, если есть какое-то подозрение, что на место нужно, чтобы направились экстренные оперативные службы, естественно, необходимо позвонить 112 и хотя бы в общих чертах объяснить, что произошло конкретно, какая помощь требуется, и сориентироваться на местности для понимания, где непосредственно человек находится. Такая слаженная команда людей, готовых прийти на помощь каждому, появилась 8 лет назад. В 2014 году была создана единая дежурная диспетчерская служба штатной численностью 48 человек. На сегодняшний день их 75. За 10 месяцев 2022 года диспетчеры Центра гражданской защиты Одинцовского округа приняли более 460 тысяч звонков, а за все 8 лет существования – более 3 миллионов. В период пандемии на службу выходили по 2 смены диспетчеров, которые принимали до 5000 звонков в сутки. В Центре гражданской защиты также существует подразделение аварийно-спасательного формирования в количестве 18 человек, которые в апреле 2022 года прошли аттестацию на право проведения аварийно-спасательных работ. При этом окружному центру гражданской защиты всегда помогают в администрации муниципалитета. На сегодняшний момент усилиями главы предприняты очень большие, так сказать, и материальные средства нам выделены на закупку и техники, и оборудования. Нам все-таки удалось в комфортных условиях продолжать нашу работу. У нас вся техника в отапливаемом боксе сейчас находится. Значит, есть место для обслуживания техники. Большое спасибо главе, что он конкретно у нас участвует во всех наших просьбах, задачах. Ситуации бывают разные, и каждый знает, что в любое время дня и ночи можно набрать 112. Спасатели всегда придут на помощь и сделают все, чтобы помочь и спасти, и никогда не оставят в трудную минуту.